дорогие студенты, преподаватели и сотрудники колледжа! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике Дне российского студента! Так случилось, что именно в день святой мученицы Татьяны, 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И Татьянин день стал официальным студенческим днем, праздником. В честь святой Татьяны в здании университета была оборудована церковь. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. 25 января принято ставить свечи за успехи в учебе. Мученицы Татьяны молятся о помощи в трудном учении и просвещении. Именно 25 января 2005 года вышел указ президента Российской Федерации о Дне российского студенчества. Вот такая большая история у нашего студенческого праздника. Слово предоставляется директору Северного педагогического колледжа Ларисе Юрьевне Зубовой. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей стране отмечается один из самых веселых, радостных, задорных праздников – День российского студенчества. Этот праздник и наш с вами. Много-много лет, уже 85-й год подряд, Северный педагогический колледж, а ранее Серовское педагогическое училище, осуществляло подготовку будущих педагогов, специалистов. И студенты радовали педагогов и пополняли коллективы образовательных организаций системы образования Свердловской области и не только. Сегодня, дорогие студенты, ваш праздник. Мне хочется вас сердечно, от души, от всего нашего педагогического коллектива поздравить с этим замечательным праздником. И пожелать вам быть целеустремленными, творческими, веселыми, знающими, любознательными. Ну и, наверное, можно еще долго-долго продолжать самыми-самыми. Будьте, конечно же, здоровыми. И пусть все, что происходит в стенах колледжа, радует вас, насыщает вас, делает вас грамотнее, интереснее и сильнее. В настоящее время в Российской Федерации делается очень много для того, чтобы студенты разных колледжей, техникумов и вузов занимались в самых современных аудиториях, могли отрабатывать компетенции, умения, навыки на важном и современном оборудовании. Я думаю, что и в нашем колледже созданы хорошие условия для подрастающего поколения будущих специалистов. Например, сегодня в нашем колледже проходил отборочный чемпионат «Профессионалы». Наш колледж участвует в чемпионатах с 2016 года. У нас уже большой опыт подготовки. Наши педагоги являются экспертами не только на уровне колледжа, но и регионального уровня, уровня межрегионального и даже федерального. Сегодня в рамках четырех компетенций на базе замечательных мастерских колледжа соревновались самые смелые, самые умелые и компетентные. Сегодня по итогам чемпионата уже вручены сертификаты участникам и благодарственные письма получили эксперты чемпионата. Ну а сейчас очень приятно вручить награды, дипломы победителям и призерам чемпионата по четырем компетенциям. Я хочу пригласить, чтобы мы вместе вручили эти награды заместителя директора по развитию содержания образования и научно-методической работе Людмилу Владимировну Зыкину, организатора чемпионата. Итак, начнем с компетенции преподавания в младших классах. Диплом за третье место в чемпионате «Профессионалы колледж 2024 по компетенции преподавания младших классов вручается Николаю Сергеевичу Хлебник. Диплом
диплом победителя чемпионата, профессионалы колледжа по компетенции преподавания в младших классах вручается за второе место, вручается Бочкаревой Александре Андреевне. Поздравляем вас. И диплом победителя, диплом за первое место по компетенции преподавания в младших классах вручается Марии Романовне Поляковой. Переходим к следующей компетенции. Итак, компетенция физическая культура, спорт и фитнес. Диплом победителя чемпионата, профессионалы колледж, третье место, вручается Кристине Евгеньевне Лоскутовой. Поздравляю вас. Диплом победителя чемпионата за второе место вручается Сергею Александровичу Грицу. Диплом победителя по компетенции физическая культура, спорт и фитнес. Первое место вручается Диане Анатольевне Моисеевой. Дошкольное воспитание. По компетенции дошкольное воспитание третье место разделили два участника. Диплом победителя за третье место вручается Ольге Андреевне Волошко. Диплом по компетенции дошкольное воспитание третье место вручается Татьяне Юрьевне Ложкиной. Диплом победителя по компетенции дошкольное воспитание второе место вручается Анастасии Антоновне Суриковой. Первое место по компетенции дошкольное воспитание вручается Елизавете Александровне Тутубалиной. Компетенция «Социальная работа». Диплом третьей степени вручается Виктории Андреевне Шушаковой. Диплом второй степени по компетенции «Социальная работа» вручается Дарье Олеговне Каюкиной. Поздравляем, Дарья. И диплом победителя по компетенции «Социальная работа», диплом за первое место вручается Анжелике Михайловне Коробовой. Ну что же, дорогие друзья, еще раз аплодисменты самым смелым, самым умелым призерам и победителям чемпионата профессионалы. Представители победителей весной 2024 года будут выезжать в Екатеринбург для участия уже в региональном этапе Всероссийского чемпионата профессионалы. Пожелаем им успехов. Молодцы, мы вам и гордимся. Я бы хотела также поблагодарить и поздравить с этим праздником педагогов колледжа. Дорогие коллеги, мы все с вами когда-то были студентами. Студентов бывших не бывает. С праздником, дорогие коллеги! Дорогие студенты, с праздником радости, веселья и много-много ума! С праздником!
how it goes. It's about to blow. When I hit the double drop like Super Mario. Прекрасному празднику студенчества. От чистого сердца поздравляем студентов. Будьте сильными и целеустремленными. Создавайте, будьте настойчивыми, не теряйте открывающихся перед вами возможностей. Годы студенчества посвящены поискам истины, творчеству, самой искренней дружбе. Со студенческой скамьи, с порога своей альма-матер, начинается длинная дорога поисков, побед и достижений в науке, искусстве и культуре. Именно студенчество формирует будущую национальную элиту страны. Слово предоставляется выпускникам специальности «Дошкольное образование». Студенты 344 группы исполнят песню «С днем студента». Днем студента вас хотим поздравить от души сейчас.
Татьяна, Танечка, Танюша, от всей души поздравляем вас с Днем Святой Татьяны, с именинами. В Татьянин день желаем счастья, любви, удачи и участия. Пусть ветер горести развеет, и радость пусть в душе созреет. Веселым будет настроение, уйдут тревоги, сожаления. Январь укрутый покровом, чтоб были вы всегда здоровы. Давайте же полюбуемся на наших Татьян. Просим наших замечательных Татьян поздравить всех студентов колледжа с праздником. Кто же самая смелая Татьяна? Уважаемые студенты, от лица Татьяны, покровительницы всех студентов, я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Студенческую жизнь надо помнить, любить. Она на всю жизнь. Для кого-то из вас студенческая жизнь закончится в стенах педагогического колледжа, а у кого-то она продлится дальше. И я желаю, чтобы на пути студенческой жизни вам встречались замечательные, умные, хорошие друзья. И вы помнили это время долго и долго. Вас спешат поздравить студенты 315-й группы специальности коррекционная педагогика в начальном образовании. Которые сдавали студенты во все времена. Еще лекции, семинары, зачетные книжки, конспекты, да много чего. Правильно. А чем студенчество отличается от всех других периодов жизни человека, ты знаешь? Конечно, знаю. Студенческая пора – это самое яркое, веселое и насыщенное событиями время. На лице каждого человека, который вспоминает этот период в своей жизни, обязательно появляется улыбка. И это так. Ведь студенты, с одной стороны, это дети, которые пытаются делать все как взрослые. А с другой, это уже взрослые, которые сохранили умение веселиться по-настоящему, по-детски.
А теперь слово выпускникам 346-й группы. Огонь, вода и медные трубы. Кому волшебные сказки не любят? Да только название этой сказки очень трудно понять без подсказки. Что за огонь и что за вода, это каждый поймет без труда. Вот почему бы медные трубы? И что это за трубы? Водопроводные, самоварные или же пароходные? Я бы вам объяснила название, насколько позволит образование. Да тут и не нужно большого ума. Пусть лучше сказка расскажет сама. Вот и сегодня мы хотим вам показать, что может быть со студентом под конец семестра. Анечка, здравствуй. Не забывай про долги. Исправляй скорее. Вам пришло голосовое сообщение от Ольги Ивановны. О-оу. Аня, здравствуй. Ты исправила свои долги? Дедлайны горят. Потом. Вам пришло голосовое сообщение от Эммы Борисовны. Анна, добрый день. Жду тебя у себя после обеда. Пожили и хватит. А что это у тебя на носу? Новый год? Нет, должно. Вот он будет с ним бывает. Вот. Любуйтесь, приливай. А что любоваться? Тут решать надо. Вот бумага. Буквы не забыла? Читай. Не вижу. Первый срок. 19 сентября. Сдала? Не сдала. Второй срок. 4 октября. Сдала? Не сдала. Сегодня 9 ноября. Ты хоть что-нибудь сдала? Не сдала! А что ты делала? Лежала. Богами отлежала? Дедлайны, Аня, дедлайны. Последний срок у тебя, понедельник, 13 ноября. Подпиши, где галочка, и ты обязуешь создать все свои долги. Отлично. А что это у тебя за внешний вид? Ну, мне так нравится. Вот если бы я носила то, что мне нравится. Иди сдавай. Ну что? О, Аня, смотри, это твой помощник, кот ученый. Мурмяу. У нее есть волшебный клубок. Она приведет тебя куда надо. Внешний вид, долги. Лежать хочу. Ну ладно, показывай, что там давать надо. Сколько? Ну ты что, волчиха? Тяжело. Ладно, погнали. Пойдем на путь исправления. И привел их клубок долгов, мир ума и подписи, в котором Ксения Сергеевна Бондарчук разбирает документы. Заблудиться можно в этих бумагах? Ты куда меня привел год? Че, не видишь? Там Ксения Сергеевна сидит. Первая в списке твоих долгов. Иди, сдавай. Легкотня. Сомневаюсь. Да ладно, я все решу. О, Аня, здравствуй. Ну что, одумалась? Показывай, что ты приготовила. Травка, не лезь, Солнышко, принеси клавское такси! Стоп, у меня здесь не театр. По долгам-то у тебя что? Ничего. А с чем тут
тогда пришла? С котом! Нет, давай по новой, Аня. У тебя на руках что-нибудь есть, кроме кота? Кожа! И шерсть его он линяет в последнее время! Ну, линяю! Значит так, смотри, поможете, поставлю три. И по рукам. Только без шерсти. Договор! Именно он. Надо тут поставить подписи от педагогов. Угу. Минимум 6. Угу. Ладно, три. Нет. Ты вот я проверю. Так, Аня и кот побежали по всему колледжу собирать подписи у педагогов. Бегали недолго из-за того, что не все преподаватели были на своих местах. Но все же они справились с этим заданием и принесли договор с подписями педагогов. Все подписали? Вот что, прямо все подписи? Да, все как просили. Ну, молодцы. Поставлю 3. Поставили, договаривались. Спасибо. Спасибо вам всем тебе. Спасибо. Пошли дальше. Ну что, куда нам дальше? Туда нам надо. Дальше им добираться стало сложнее. Шли они по буйным лесам, по степным полям и добрались до математической страны. По полям, по полям! Ой! Что? Грузовик с учебниками по математике перевернулся? Ну, не совсем. Там Марьяна Саркисовна днями и ночами пропадает. Честно, не до тебя. Предлагаю сделку. Отвечаешь на 3 вопроса, ставлю 3 и рассоримся. Согласна? Да, да, согласна. Тяни, билет. Сколько лет исполнилось Свердловской области в этом году? 90! Какие 90, 770? 3 цифры на обороте моей карты, мошенники всегда их просят. Какие мошенники? Кто ж неправильный? 90! Решили уже? Нет! Да, 90 лет исполнилось 17 января. И это правильный ответ. Тяни следующий билет, Аня. Подсказки есть. Звонок другу или помощь зала? Звони другу. Привет, подруга! Сдала долги? Кино опаздывает. Все, кино не будет. Я надолго, помогай. Сколько лет исполняется городу Серов в этом году? Ну ты даешь! 130 лет, конечно. Давай, заканчивай скорее, кино не ждет. Спасибо. Ну что, звонок другу помог? Помог 130 лет! И это правильный ответ! И не последний билет. Мы помощью зала воспользуемся. Сколько лет исполняется в 2024 году Северному педагогическому колледжу? 85. 85 лет колледжу. И так сойдет. На троечку потянет. Иди уже. Держите. Что? Ну да. Так, ну, давай так. Пойди не так, сюда, перезвонишь, а что? И побрели они через заросли тех карт и курсовых. Тревожить мой клубок на гитаре! Куда он нас завел? Стой! Ой, мой котик, вот и муж обратно! Или медведь, порвемся! Она двоечница, он вообще шерстяной! У нее 3 долга, у него хвост! Квартиру у них в общежитии.
болезни, но у тебя последний шанс. Как умер Александр Сергеевич Пушкин? Что? Как умер Пушкин? Я считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился своей смертью. Жаль, конечно, этого тупика. Он, конечно, для детей книги не писал, но пару книг, конечно, написал для детей. Все равно жаль его, хороший был человек. Тяжело. Ну, чего ты не знаешь? Да ладно, поставлю я тебе зачет. Что, серьезно? Да, серьезно. Ты пытался его забери. Держать, вставай. Сколько можно повторять? Ученый я. Спасибо, ученый. Поблагодарила Аня кота ученого за помощь и вернулась в кабинет 35А. Ну что, долги сдала? Дорогие преподаватели, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и мучения, которые я испытала. Я прошла огонь, воду и медные трубы. А долги так сдала? Сдала. Ладно, живи, студент, но знай, что в следующий раз поблажу и будет все. И приведи себя уже в порядок. Не гоже в таком виде в колледж ходить. Вот такое очень позитивное поздравление для всех студентов подготовили будущие учителя начальных классов, студенты 346 группы. В дословном переводе с латинского слово «студент» обозначает человека, стремящегося к чему-либо, интересующегося чем-либо. А в нашем «студент» — это человек, который проходит обучение. И студентом сегодня может стать человек любого возраста. Студенты – удивительно находчивый народ. Они умудряются на 1020 рублей стипендии жить целый месяц с таким блеском и размахом, как никогда после ни на какие дивиденды и премиальные. Студент – это единственный человек в мире, который способен на экзамене вспомнить то, чего сроду не знал. Студент – это тот, кто способен спать и записывать лекцию одновременно. Настоящий студент – это не тот человек, который спрашивает, какой сегодня экзамен, а тот, который интересуется у сокурсников, а какой экзамен я сегодня сдал. И, наконец, студент – это человек, дважды в году умирающий. На сессии. Но неизменно, как феникс, успешно возрождающийся. Учись, студент! Верьте или не верьте, студенты в жизни в этой проходят сложный путь. Сдалека приезжают, науки изучают и постигают судьбу. Их колледж принимает, дипломы вручает, на путь их наставляет и направляет в жизнь. А те, кто потерялся? В армейке оказался. Пожимался, что встретится опять. Творите и цените, любите и мечтайте. Почаще вспоминайте студенческую жизнь. На сцену приглашается Гусарова Алина, студентка 201 группы. Музыка.
такая страстна, и безбожно веришь в студенческое братство. Студенты, студенты, счастливые люди, проходит учеба, но вы не забудете, как весело жили. Зачетная книжка, билет и диплом. Все три помогают студенту повсюду, хоть он и не думает вовсе о том. Уроки, зачеты, экзамены, пары. Студент успевает всегда и везде. Вам сложно? Конечно же. Страшно? Еще бы. Тогда почему же? Молчит человек. Наверное, никто и не скажет такого. Но все же студент непростой человек. Он словом чарует, раз дело готово. За нашим студентом сегодняшний век. Многие первокурсники по-другому представляли себе студенческие годы в Северном педагогическом колледже. Давайте посмотрим, что об этом думает команда колледжа КВН. Последний звонок. Руководитель Анна Викторовна Рожко. Здравствуйте! Вас приветствует команда КВН «Последний звонок». Мы рады приветствовать вас в этом зале, так как давно от нас не было вестей. Да, Никита? Да, команда? Что вы, блин? Как потанцевал? Споткнулся? Нога не болит? Как там твой фитнес? Сальто сделаешь? А ты чего это грустно? Да я просто знаю, с каким мы сегодня сценарием выступать будем. Вы меня ужать пришли, может, уже? Так-то не будем забывать, что сегодня такой замечательный праздник. Какой? День студентов! Ой, проехали, давай все начинать. Наверное, многие заметили, что наша команда пополнилась новыми лицами. Итак, давайте знакомиться. Мы рады вас познакомить с новыми членами нашей команды. Знакомьтесь, это Лиза, это Егор. Это Егор, это Лиза. А с вами работал бы? Итак, как же они попали к нам в команду? Номинации лучшая женская и мужская роль побеждают Лиза и Егор. В некотором государстве в селе Татьяново прошел конкурс. Мисс села Татьяново, смотрим!
мисс село Татьянова. Давайте узнаем, кто сегодня занял первые три места в этом замечательном конкурсе. Так, открываю конверт с третьим местом. О, Господи! Знаете, кто там? Татьяна! Что ж, конверт со вторым местом. О, мой Бог! Такое совпадение! Второе место занимает Татьяна! Что ж, теперь после такой волнительный момент, давайте посмотрим, кто же занимает первое место. Кто же, ну-ка? О, Господи! А на втором этаже поставили микроволновку. Давайте посмотрим, как этому радуются студенты. Чушпанов, а ты знал, что пацаны не извиняются? Ты будешь отшитый студентом, Чушпанов.
Да я здесь за эту курсовую стою. Я все курсовой, а она мне ничего. Кто знает, тот в курсе. А ты знаешь, что ж потом, что было после этой фразы? Вот давай от греха подальше. Какая у тебя следующая пара? Физкультура. Ну вот и шуруй на пару. Я на вас сейчас всех смотрю, и вы не готовы! Сборище тюбиков! Бегом по залу марш! Песни Седая ну знаете? Знаем! Забивай! И снова седая ночь, и только ей доверять нельзя! Ну а на самом деле мы всех поздравляем с международным праздником Днем студента и Днем Татьяны. Ну, а с вами была команда КВН Северного педагогического колледжа «Последний звонок». Не, Анна Викторовна, давайте по-старому, пожалуйста. Вообще нет. На первом месте. Thank you.
еще раз от всей души поздравляем всех с самым веселым праздником – Днем российского студента. Пусть прекрасное время студенческой юности в наших колледжах подарит вам много новых и приятных событий, интересных встреч и верных друзей. Желаем вам бодрости, оптимизма, счастья, удачи и любви. А главное, чтобы все жизненные экзамены были выдержаны вами на отлично, чтобы святая Татьяна покровительствовала вам от первого курса и до последнего. Предлагаем завершить наш концерт гимном Северного педагогического колледжа. До новых встреч!